кольца, да кольца непростые. Цыгане любят кольца, да кольца золотые. Цыгане любят шубы, да шубы непростые. Цыгане любят шубы, да шубы меховые. Ой, мама, 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 люблю цыгана Яна. Люблю цыгана Яна и выйду за цыгана. Слов о Лилиане, кто она, откуда и как она стала известной целительницей, ясновидящей сначала. Еще будучи маленькой девочкой, когда она жила в далеком поселке на юге Украины, Лубчицы, Лилиана знала, что не такая, как все. Первой заметила ее дар ее лучшая подруга Мариана. Она была дочерью цыганского барона, отсюда и цыганское шоу. Спасибо большое Наде, которая приехала из Монреаля поздравить Лилиану. Я хочу сказать, что Лилиана почувствовала особенно этот дар ясновидения после несчастного случая, когда ее сбил мотоциклист, и она пробыла в больнице 2 недели с тяжелым сотрясением мозга. После этого ей стали являться видения, и она стала видеть, что происходит, и видела беду, которая случалась с людьми. Позже Лилиана испытала ужас того, что увидит близкого человека. Она увидела видение, в котором Мариана, ее лучшая подруга, попадает в аварию. Потрясенная Лилиана не знала, что делать. Тогда еще девчонкой, когда она решилась наконец-то рассказать все бабушке Марианы, которая была к тому же еще и известной предсказательницей, то было уже поздно. Когда старая цыганка увидела ее на пороге с бледным лицом, она поняла это. Вторым ударом судьбы, страшным ударом, можно сказать, Лилиана, у тебя непростая судьба. Дай Бог тебе силы. Было то, что ее муж
Она увидела видение, когда увидела, как ее муж попадает в катастрофу. Он водил большой грузовик. И Лилиана ясно услышала скрежет железа, грохот взрыва и поняла, что его больше нет. Она уже была в Канаде и ждала мужа, чтобы он приехал в Канаду, и они воссоединились с семьей, но этого не случилось. С годами Лилиана становилась сильнее, она научилась исцелять людей. И сейчас к ней приезжают люди со всей Канады и даже из других стран мира. Лилиана предсказывает по скайпу, но исцелить человека она может только при его физическом присутствии. Лилиана очень доброй души человек. Она помогает людям, она помогла и мне. Когда мне нужна была ее помощь, и в трудную минуту она протянула свою руку помощи. А еще Лилиана дарит свою книгу, которая является амулетом. Книга Лилианы не продается в магазине, ее можно получить только у нее после очищения ауры, после исцеления. Эта книга — вера в Бога, надежда на светлое будущее и любовь к ближнему.